Что касается губо-краевой области и носогубных складок, здесь всегда вольумы, всегда, у любого пациента. Будь то очень какая-то там высушенная, худая женщина, вы боитесь, ой, будет контурировать. Нет, не будет контурировать. Или наоборот, пациентка с очень тяжелым лицом, с выраженным деформационным типом старения. Волюм. Все равно волюм. Сюда волюм. Филлер вам не заполнит. Здесь ничего. Как бы вы ни старались, даже если вы два шприца возьмете, это будет ерунда. Это будет просто пустая трата денег. Вы не увидите эффекты и разочаруетесь.